Всего один вопрос стал поводом для внеочередного заседания законодателей местного совета депутатов, в котором принял участие и глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Владимирович Волков. Народным избранникам необходимо принять решение о выборе даты проведения выборов. 22 депутата поддержали предложение провести голосование 10 сентября. По федеральному закону вот такое решение должно быть принято не раньше, чем за 90 дней до даты, но и не позже, чем за 80 дней до даты. То есть промежуток в 10 дней. А так как у нас очередной совет 29 июня, и мы уже как бы выпадаем за эти 80 дней, поэтому мы собрались все вместе и приняли решение сегодня. 10 сентября красногорцы сделают выбор в пользу тех или иных кандидатов в состав будущего Совета депутатов, а также смогут проголосовать за того, кто, по их мнению, должен занять пост губернатора Подмосковья.